Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня 28 августа. Сижу на работе. Время 11 часов 30 минут. Как всегда, дали один комплект, который стоит 1152. Сделала я его за 3,5 часа. Пошла на склад. В общем, не дали ничего. Сейчас сижу по окладу. Сейчас, в общем, расскажу, что было вчера. Значит, за полмесяца, хоть и работу не дают, но вышло 11 с лишним тысяч. Вместо 11 с лишним дал 5 тысяч. Все. Как бы по его бумажке, перед которой они там отчитываются в налоговой. В общем, все тут работают по сделке, а мне такую же операцию, только по окладу, по 5 тысяч. Эта бумажка у нее специально отмаз от налогов идет. Так что, уважаемые зрители, смотрите, когда вы устраиваетесь на работу к таким директорам, которые платят черно-белая зарплата. Так что до следующих видео. Пока.